Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня будем монтировать инсталляционные площадки. Две штуки. 7,5 метра. Приехали, загрузились. Сборник чистит. Площадка сейчас здесь будет стоять. Начинаем. Продолжается монтаж контейнерных площадок. Собрали каркасы в одной. Перекрыли поликарбонат, наживили. Обшили торцы. Обшиваем заднюю стенку. Ну и все закрепляем. Собираем вторую потом. Вот и закончили сборку контейнерных площадок. Габариты контейнерной площадки, значит, идет в глубину 1,5 метра, высота 2,40. В длину две штуки у нас получились по 7,5 метров. В итоге 15 метров, где-то 70 сантиметров между ними расстояние по площадке выставили. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Столбики 40 на 40. Вся труба оцинкованная, нанесено полимерно-порошковое покрытие светло-серого цвета, поликарбонат 4 мм зеленый, профлист С8 зеленый. Ну, изнутри как бы он серенький. Вся конструкция смонтирована на асфальтную площадку, вбита арматура, приварена и покрашена. Наверху стоит уголочек. Одна контейнерная площадка на 5 баков. Одна на 4 бака и секция КГМ. Все качественно и красиво. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока!